Мы сейчас находимся в Белгородской области. Нас в районе 500 человек с оружием, но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях, абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного удовольствия. Ровным счетом ничего. Сейчас также неизвестно, кто, куда едет, к какой части приписаны. Оружие на руках, но оно не записано на нас. День добрый, зовут меня Коврижных Артем Алексеевич. И хотел бы сказать, был мобилизован, призван от военкомата. Пришел, получил повестку. Отправили меня в 1-ю Таманскую дивизию, 1-й танковый батальон, 3-я рота. Мотострелковая. Не подписав документы, выдали автоматы. Автоматы не пробиты в военном билете. В военном билете нет никаких печатей. Никак официально не оформлены. Заработная плата банковских карт, счетов не открыты, не активированы. Раскидывают по лесам. Мы жили 6 дней в окопах, которые сами вырыли. Палатки нам нихуя не дают. Жили в землянках. В данный момент нас 400 человек стоит. И ну как бы мы никуда не собираемся уезжать. Вот, пошли они как бы все на... Мы ожидаем помощи от вас, государства. Ну, если на вас можно положиться. Вот. Информацию передал. Сюда сейчас подгоняют 3 танка уже. Мы протестуем, мы забастуем, мы никуда ехать не собираемся. Тут уже стоит 3 бронетранспортера с пулеметами и с пушками. Отношения скотские, это офицеры. Мы никому не нужны. Подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили охеренное количество бабок, чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот, нам выдали боевой комплект, то есть боевые патроны. Были найдены в части. Они просто были найдены на улице в части. Мы что,